комплект трубопроводов гистеропомпы. Трубопровод диаметром 5 мм, длиной 2,5 метра для подключения гистеропомпы к емкости с рабочим раствором. Трубопровод длиной 2,5 метра, диаметром 4 мм для подключения гистеропомпы к рабочему инструменту. Трубопровод длиной 2,5 метра, диаметром 4 мм для подключения рабочего инструмента к емкости для сбора аспирата. Трубопровод длиной 2 метра, диаметром 8 мм для подключения поддона гинекологического кресла к емкости для сбора аспирата. Трубопровод длиной 30 см, диаметром 4 мм для подключения гистеропомпы к ресиверу.